murder, 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 music or murder. You try for this my sound, sound boy, you're not no further. It's murder, 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 don't play better. Some boy, you try for this my sound, but them we never heard of. You heard of, them we no heard of. Make them know them can't test, we swag, now we swerve, yeah. Как же хорошо. Факт. Барбара. Факт. 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 Кипакиса, блядь, рассмешил меня, пишет, нахуй тебе фотоаппарат над монитором. В натуре, ебать. Ой, блядь, дали дураку камеру. Ну все, теперь буду с ней играться. Вот так вот будем. Инсайдерские айды. Барбос мешается. Барбос. Барбос. Бахс. Видите, когда я зову ее, она мяукает, видите, у нее сокращается живот. Барбос. Фокс. Вы просто не слышите, она подмяукивает. Бармс. Факс. Бакс. Эй, моя млянь какая. Эу, мяукала ебаная. Эу, я. Факс. Высшее наслаждение. Подскажи, после 70 есть смысл сюжетную цепочку квеста Dragonfly проходить? Конечно. Для сюжета, может быть? Как тебе такое предложение, а? Проходить сюжетную цепочку ради сюжета. Лор, типа. Ля, там. Цикубина. Это прям вот, что это за хуйня песня? Давайте послушаем до конца ее. Песня называется «Соска 69». Ты пошла ты на... Не, в пизду! Ты! Этого не боюсь, я выключил песню. Спасибо за донат, гнилострел. Спасибо за поддержку, насрать на все, гнилострел. Я насрать на все не буду слушать, блядь, как про каких-то там с бутылок шоу не начинается. Это полный крижатур, блядь. А вот это мы, блядь, будем слушать. Задонат мне. Пипа-п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 ип
Дарлинги в наших душах уже, похоже, где-то в глубине, в нашем радио. Я, знаешь, вот, лизунфака, задумался над тем, как изменился бы мир вокруг меня, если бы, допустим, я был бы гей, да? Я вот общаюсь со своими друзьями и так далее всеми. И вот я представляю всю эту историю общения с друзьями не только под, так сказать, голубой вуалью гомосексуализма. Вот. Мама просто слышит, что я мурлыку с кем-то в диске. И постоянно спрашивает, что за хуйня. Я бы тоже. Представляете, ребяточки? Сидит Сукубина с CD-диском, блядь, и мурлыкает с ним. Мать такая заходит. Рита, что ты делаешь? Ты такая... Мама, не надо! Ребят, у нас какая-то подозрение, у нас с Ноури проблемы. Ноури, во-первых, когда у Чика и Кипакиса зажили в чате, стала токсичная. Во-вторых, почему-то хочет служить Хачимучи. И рассказывает, что ходит на шашлыки с какими-то пятью мужиками и рассказывает про их шампуры. Представляешь, блядь? У меня вопрос, Ноури, сколько шампуров в тебе оказалось в тот вечер? Шампуров с шашлыком? В смысле, блядь, если что, блядь? Я бы учтил твой шампур, а. Ой, ты сегодня делал?
Это сугубо ты, вот вопрос интересный. Ты про секс, мастурбацию или про то, что у меня наконец ёршик, блядь, появился? Чтобы дерьмо вытереть. Если про ёршик, то... Йоу, пиздец, блядь. Мне интересно, а вот фамилия Вагин, он появился, наверное, до того, как появилось слово вагина или что? А как раньше называли вагину? Междуметье, блядь, или что? Кто бы междуметье сейчас? Потёр бы! Вульва? Вульва — это не вагина, если что. Это машина. Вульва, Вильбауто. Блядь, ну ты, конечно, не знаешь, да? А, блядь, Вольво, да? Ой, блядь, ну ты и дурак, конечно. Вот, представляете, назвать ребенка гамбургер, то есть в каждой вечеринке он будет желание вызывать тебя поесть. Привет, гамбургер. И слюни потекли уже. Захотелось есть, блядь. Это, блядь, что? Показываю. Сейчас для меня! Готовлю медовый тортик необычным способом приготовления. Получается безумно вкусный и ароматный. Готовится очень просто. Раскатывать ничего не нужно. По времени занимает минут 30. В кастрюлю кладем 150 грамм сливочного масла. Добавляем 200 грамм сахара. 2 столовые ложки меда. Ставим на огонь. Доводим до кипения. Как начнут появляться пузырьки, добавляем 1 чайную ложку соды. Теперь в 2-3 приема добавляем просеянную муку 320 грамм. Все хорошенько перемешиваем миксером до однородности. Тесто готово. Тесто разделим на 2 равные части. Одну половину теста кладем на стандартный противень от духовки. Да я хуй это когда приготовлю! Распределяем равномерно по листу при помощи лопатки или мокрой рукой. Есть у тебя лопатка, мокрая рука? Теперь ставим... Мокрая рука в чате есть? И выпекаем при 200 граммах. Если понимание, о чем я. Да что же такое-то? Ребят, мне Илюша Кроссплатформ все время говорит: Рома, у тебя каждый стрим разговор про хуй. Почему так? И я не понимаю, что почему, ребят, реально. То есть, понимаете, у нас настолько эволюционировал чат, что в чате просто пишут хуй, просто, и все. Ничего больше не пишут, только слово хуй. Че за хуйня, блядь? Потому что... Я Эфе прочитал, потому что я на сестре, блядь. Да я тебя осуждаю, блядь, лянь. Потому что я на сестре, блядь. Суковина... Ты все слышала, блядь? Но сестре он, блядь, нихуя охуел там. Сукубина! Рита! Он на сестре! Там Эфе на сестре, блядь. Ебать, у меня же голова закружилась, нахуй. Поняла, блядь, Андрей. А, опа! Андрей попал в залупу, так сказать. Вот, в данном случае в пизду получается, или что? Так, Аф, я вас с Анкори жду на работе сегодня. Четверничок, блядь, сестрой? Или что? Я не понимаю. Нахуя тебе ваф Анкори? Сообразить на четверых? Свингер-пати? Или что? Что происходит, блядь? Нахуя вам это надо? Да все понятно, блядь! Какого хуя? А Рита для тебя кто? Хуй? Или что? Почему я хуй говорю всегда? Есть информация? Вы-то говорите, а я? Представляешь? Андрей! Она сегодня идет к хуёлогу. Что ты думаешь по этому поводу? Сейчас одевается уже и готова идти к хуёлогу. Вопросы у тебя есть какие-то к этой жене будущей, нахуй, или что? Так, Сукубина обиделась. Да на что она, блядь, обиделась? Подожди. Я не в форме, не играл 2 недели. Ваф, ты хочешь сказать, когда видишь мой живот? Ебать, глянь, мне живот приходится отпячивать. О, я худею, блядь! Мне приходится отпячивать живот, чтобы сказать, что он у меня есть. Смотрите, глянь, ебать. А я что, похудел, что ли? Ебать, ля. Отвлекаю в глубине. Да чё вам там? Ваф! Про какую глубину там он рассказывает? Ты говоришь, что он сзади отвлекает. А он про то, что отвлекает в глубине. Что вы там делаете, блядь? Вы в ключ идете или что-то не то делаете? В глубине он, блядь, отвлекает сзади, нахуй.
Чё за хуйня, блядь? Так, ва! Блядь, да я же не зачарился, ничего, блядь, не нажал. Вы чё, суки? Так, мне воющие руны две. Так, тихо-тихо! Да блядь! Вау, как ты передамажила меня? Все, ребят, вы проебали, если кто-то думал на меня ставить. Вы проебали. Тут хуй знает, как вообще выиграть. А, давай я умру еще. Да суки, блядь, хельте меня! Сука! Я не хочу больше играть, блядь, хуйня какая-то. Я не буду, блядь, больше ничего делать. Хуйня какая-то ебаная, блядь. Я лужу поставил и сдох хуям. От каких-то хуйни, блядь. Да что за хуйня? Да ты меня заебал, блядь, понятно тебе! Что ж ты, блядь, пробегаешь нам в клив в ебало? Уже Анкори два раза убил, меня убил, блядь, кливом в ебало этим. Какой-то пиздец, блядь, ебаный. Так, я пока что передамаживаю вафочку. Вафочку передамаживаю. Пошла эта дизмораль. Ваф, начинай тебе дизморалить фразы про вафочку. Вафочка, 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 вафочка. Вафочка, 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 вафочка. Ребят, как думаете, сработает дизмораль по поводу вафочки? Посвященная тематике вафочки. Вот, пошла дизмораль на тему вафочки. Вафочка, 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 вафочка. Ваф, это нечестно, блядь, это ненормально, ваф. Ваф, это не нормально. Ваф, ты не доливаешь мне, блядь! Да какого хуя ваф передамажил на меня на миллион ка, блядь! Чё ты нажала там? Погнали, работаем. Да куда ты ведёшь? Я твою мать вводил куда-то! Мне похуй, я буду, блядь, тянуть всех мобов сюда, к себе, блядь! Хули ты их вводишь куда-то? Куда ты их уводишь-то, блядь? Из моей лужи! Бля, из ваф лужи не уводишь, блядь! Из моей уводишь! Прохнет, нет? Опа, ваф шлёпнула. Отлично, блядь! Отлично, ваф шлёпнула! Отлично, блядь! И я при этом сам не дамажу нихуя! Ииии, помогите, ебот! Меня Таша шляпнула, блядь! Я мог знать, 100 евро, ты выебываешься. Я пошел. Ну иди. Вот, ну иди, ебать. За 100 евро я бы мог поиграть целый один стрим на классике хардкора. Вот. У меня за каждый стрим 10 тысяч рублей стоит. Одного, да? Вот, логически. А там понравится, не понравится. По поддержке аудитории и так далее. Вот. Такие дела. Но я тебе не верю. Пошел ты нахуй, понятно? Забаньте его нахуй, блядь, вот это. Я ненавижу, блядь, этих пиздоболов, которые пытаются у меня еще вызвать чувство, будто бы я что-то проебал. Пошел ты нахуй, понятно? Уебок. Пошел ты нахуй, понятно? Сидит он там. Со своими 100 евро, блядь. В очко себе их засунь и донать другим челам, которые, блядь, в эту хуйню поверят. Я из-за тебя умер, блядь, понятно? Нихуя не видно. Ваф, ты че не встаешь? Встаем! Ваф! Вставай! Я тебя бэээээрю! 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 Ого! У меня в телефон зазвонил. Доблестный кто спулил? Я, блядь, сказал, плюс спросил. Опа, ебать, ДПС накрутил. Ух, блядь! Ух, блядь! И хорошо, ух, здорово, блядь. Ух, блядь. Накрутил ДПСины, ёбаные. Так, пошли, межуножная ДПСина. Блядь, у нас танк сдох. Я убегаю, я не убегаю. Пошли просто пак бить. Да я тебя убью нахуй сейчас. Пак пошли. О, господи, какой же ты уёбок. Да что с этим танком, танк? Я не хочу на тебя негативить, но у меня нет выбора. Да нахуй ты при полном опять затаре всех бурстов пулишь этих трех мобов обоссанных. Да убей ты их потом, ты что, перфекционист или что? Что у тебя не так с этими мобами? Ты пиздец их ненавидишь, блядь. Я пускаю, блядь, туда дракона, и мне похуй, что он спулит следующий пак. Все, довольны, блядь? Там, блядь, пошел новый пак драка. Как это? Там постоянно пулю, согласен, гниды какие-то спулили опять. Вот. Ваф, проблема. В моем воображении он что-то делает суккубины, нахуй. Вот, походу тебе придется поговорить с ним по-серьезному. Меня запиздили! Что за хуйня, блядь? Не выключается! Ваф меня передамажила! Ну как, блядь? Ваф, как ты меня передамажила? Ваф! 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 Ваф, как ты меня передамажила? Ну куда он уехал, ебанафт, Геннадий? Ваф, как ты меня передамажила, ваф! 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 Ваф, как ты меня передамажила, ваф!
По моему оверолу я передамажил вав. А по оверолу танка? Так, вав могу резнуть? Могу. Отлично. А по оверолу... Техника, воздушный велоцираптор, трансгендер. Нихуя себе. Так. Линкуй оверол Альтмори. Линкуй оверол Альтмори. Ну! Ну! Вав пишет. Ну! Я 76,4, вав 74,5. Альтмори пишет. Побеждает Кал! Ладрят, чё? Спасибо за стрим, за поддержку. Завалил заливу. Жгляжу и вау. Вот. Стримы каждый день с 12 до 14, с 18 до 20 по московскому времени. Вот. Пойду чилить в теории. Вот, увидимся через 3 часа, получается, где-то. Так что, бак-бак-бак-бак-бак-бак.